Тим! Отстань от нее! Не прикасайся к ней! Если еще раз тебя увижу вместе с ней... Бен, прекрати! Нет! Хватит! Ты сам виноват! Прекратите! Бен, отстань от нее! Пойдем, Мэг! Ты пойдешь со мной! Бен, ты в порядке? Итак, ситуация неловкая, Бен, не усугубляй. Подумай, Мэг, будь мужчиной. Уходи, Бен. Бен, нет, прекрати. Я сломаю тебе шею. Валяй, попробуй. Если ты, если что. Давай, валяй. Если ты не уберешься отсюда. Пошел вон. Мэг, надеюсь, ты не против? Дверь была открыта. Сукин сын. Бен, пожалуйста. Какого черта ты меня ударил? Ты парень умный, сам догадайся. Зачем ты приехал, Бен? Кроме того, чтобы нападать на людей без причины. Хочу получить ответы. Или мне повторить снова? А мне твое алиби. Прекрати. Мое алиби? Что все это значит? Постой, Бен. Ты был все это время один. Никто не может подтвердить твой рассказ. Понимаешь, к чему я клоню? Очень хорошая сказочка. На что ты все намекаешь, Тим? Ты не глупый парень, догадайся сам. Тим, прекрати, прошу тебя. Эй, ребята, завязывайте. Ну уж нет. Я хочу знать, в чем меня обвиняет Тим. Не слушай его, Бен. Мы тебе верим. Тим просто выйдет из колеи из-за случившегося. Думаете, я сочинил историю, зная заранее, что здесь произойдет? Боже, я и так чувствую ответственность за происшедшее. Хватит. Это не твоя вина, Бен. Нет, виноват Бен. Послушай, я купил этот остров и пригласил всех вас сюда. Никто не сможет винить меня больше, чем я сам. Это ты убил Марка. Я не убивал Марка, но тебя убью. Прекратите! Тим, как ты можешь такое говорить? Бен был Марку как брат. Ты сошел с ума, убийца Гроган. Ты же сам ранил его в ногу. Но я слышал последние слова Марка. Он обвинял Бена. Ты не прав. Только не в этом. Ты видел Грогана, Тим. Ты снял с него маску. Он убийца, хватит. Я не могу объяснить все это, не могу. Знаю только, что сказал Марк. Он обвинил Бена. Как это понимать? Только так. Убийца Бен. Я сверну тебе шею. Попробуй. Ребята, прекратите. То, что произошло на этом острове, ужасно. Пора подумать о возвращении домой. Кейси прав. Пора трогаться, пока прилив. Я не хочу больше здесь оставаться. Итак, решено. Если кто-нибудь хочет обсудить случившееся, это лучше сделать в Sunset Beach, а не здесь. Хорошо. Соберем вещи и в путь. С ума сошел. Хочешь, чтобы я раздавил тебя, как таракана? Да? Давай. Убей меня, как ты убил Марка. Знаешь, Тим, ты это заслужил. Вставай, чтобы я мог тебя вышвырнуть. Я не оставлю Мэг с тобой. Какого черта ты затащил ее на этот заброшенный склад? Наши с Мэг дела тебя не касаются. Подожди. Прежде чем ты его вышвырнешь, я хочу кое-что показать. Читай. Читай. Или что? Послушай меня, Бен. Твое сходство с братом не вызывает сомнений. Вы оба психопаты.
Что ты намерен сделать, Бен? Довершить начатое твоим братом? Бен, ты совершаешь ошибку. Я пришел сюда ради твоего же блага. С каких это пор ты действуешь мне во благо? Ты еще пожалеешь, Очти. Нет, жалеть будешь ты, если еще раз сунешь сюда свой нос. Последний раз говорю, не лезь в мою жизнь. Не лезть в твою жизнь не дождешься, ублюдок. Ты мне за все заплатишь. Вот она. Отныне, Бен, я превращу твою жизнь в ад. А заодно не позволю погубить жизнь Мэг. Надоело испытывать мое терпение, Тим. Бен, подожди. Разве я не сказал на пристани, что убью тебя, если ты сюда заявишься? Но я пока что дышу. Вот именно пока. Ты сорвал свою свадьбу с Мэг, а теперь решил испортить мою. Я не женился на Мэг, и ты не женишься. Видишь ли, Бен, ты не женишься на Мэг, потому что я приготовил кое-что для тебя. Неужели? Да. Интересно. Я тоже кое-что для тебя припас, Тим. О, боже мой! Энни, ты меня поражаешь. Если я увижу хоть одного из вас в церкви, пока не закончится венчание, я клянусь, я испорчу вам жизнь. Испорчу так, как вы даже представить себе не можете. Бен, оставь их. Тебя ждет прекрасная женщина, остальное не имеет значения. Я никогда не стал бы мешать твоему счастью, никогда. Как ты смеешь со мной так поступать? Послушай. Послушай меня. Мальчики, мальчики, мне надо позвонить на работу. Ой-ой-ой-ой-ой.